считаю, что Дюна это был огромный провал. Because I did not have final cut. Потому что у меня не было, так сказать, последнего монтажа. When you go out in the world and start making films, когда вы выйдете в мир и начнете делать фильмы, make sure you have final cut. Обязательно сделайте так, чтобы у вас была возможность последнего монтажа. Let your voice be heard. Пусть ваш голос будет услышан. And don't let anybody fiddle with it. И не давайте никому помешать вам и вмешаться в вашу работу.